Приветствую вас на канале Asmodee Play. Играем World of Tanks. Ну сейчас мы вот будем создавать взвод. Так, Асгард 100. Так, копировать, создать взвод. Приглашение отправлено. Итак, теперь поездим со взводом. Асгард 100 меня прикроет. Едем на КВ-1. Это наш любимый танк. Итак, к чему же нас приведет наш взвод? Ну все, в бой. Мы в город. Где у нас город? Поехали в город. Сейчас, если в городе прорвемся через реку, через город, все, дальше уже можно спокойно отстреливать их. Давай, ты меня услышь. Там не важно, пятый или шестой будут уровни защищать. Главное, это успеть проехаться. Блин, и вот КВ-2, если они попадут, вот тогда нам будет не сладко. А пока едем. Вот Т-34. Так. Ничего страшного. Я думаю, мы успеем. Сейчас вправо уйду. Я так понимаю, кроме тебя, больше нахрен никому ничего не надо здесь. Стой здесь, дальше не иди. А ладно, меняем технику. Вот такое у нас прикрытие. Нахрен не надо было. Если бы вот эти быстрые, которые успели бы проскочить, все. Охранять и оберегать уже эту границу было бы гораздо легче. Так, ладно, есть у меня сюрприз. Вот он. Я готов. Давай ты не подведи. Кого же выберет соперник? Ой, соперник, союзник, соперник. Супер чафы. Так, у меня тоже был супер чаф, то надо было мне его взять. Я ж не виноват, что у него такого танка нет. Хотя среди 70 техники, которые у меня стоит, у него могут и не наблюдаться данные экземпляры. Все, тут одна миссия нам, да, осталась какая? А, это мы. Я думал, это миссия. Это нет, это тела, которые здесь. Правила формирования взвода. Ну что, как думаешь, нам налево уйти? Будем охранять. Ты подсвечивать, я отстреливать. Итак, все-таки он согласился на эту идею. Ну, против семерки, правда, мы вот шестого уровня против семерок. Ох, как нехти. Да, он меня пробивает, но не все пробивают. Не такая у него способность пробивная. Но зато, смотрите, нету арты. Что увеличивает мои шансы на выживание. Не намного, конечно, но все же. А по орехам КВ-3 ссорится уже.
Давайте. Нам здесь вершину только отстоять надо. Вот еще один супер чафа чафает к нам. Опа. Вот это наш уровень. Попал. 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 Блин, не попал. Что-то взвод у нас не задался. Ладно, меняем технику. И вот наши супер хельхаты готовы к бою. Да. Сейчас я пока играю на маленьких уровнях за счет того, что мне надо купить еще одну технику 10 уровня. Мне катастрофически не хватает денег. Дайте мне денег. Дайте мне хорошую работу. Дайте мне хороших денег. Чтобы я мог себе позволить. Потому что на десятках не всегда получается настрелять. Только на премиум. Когда ты премиум, тогда да. Внимание, внимание. Да, туда и едем. Куда нам с нашими торы едем? Едем, едем. Все, вот сейчас вот где-то отсюда и будем отстреливать. Из кустов. Хотя вот еще умирай медленно и в муках. О, какие пожелания, добрые дядьки, добрые тетки. Кто у нас здесь? Не вижу, не вижу, не вижу, не вижу. Блин, не попал. Вот оно. Вот так. Загасили. Ну, пока неплохое начало. Стой, 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 ты-то куда? Он-то мелкий, у него работа такая. Ну давай. Навряд ли мы его подстрелим. Пробивной способности нам не хватит. Ух ты, это кто крадется? У нас есть прикрытие. Но прикрытие только здесь, правда. Вот куда ты вылез? Так, мы пока побеждаем. Удивительно. Давайте. Гору. Гору у них никто не брал. Какая прелесть. Арты нету. Но на базе кто-то стоит. Надо с базы сбивать их. Ну, поехали на убой. Я тебя поддержу. Кто там? Так, других пока не видно. Ты попал? Нет, я вот не попадал пока что еще по нему. Не пробил. Попасть попал, но не пробил. Не пробил. Спрячься, вообще уйди отсюда. Экран не пробит, блин. Так, вперед нам ехать точно не стоит. Так, ну девятку-то я навряд ли пробью, особенно отсюда еще. Но мы зато
Победили! Вот так-то вот. Ну что, неплохо. ЛТ дно. Кто бы сомневался. Так. Посмотрим, что у нас. Результат показывают. А результат у нас, надеюсь, хороший. Ну, кстати, на это-то мы... На стерви-то тоже проехались. Доступные модификации. Доступные модификации. Берем арту. А, не ожидал такого. У меня арта 6 уровня. А у тебя? А у тебя арта есть 6 уровня? Давай, твой положительный ответ будет... Ой, КВ-2 не подходит. А почему остальные-то сразу так не подходит, написано было? Ладно, разберемся. Итак, вот здесь на базе-то я точно не собираюсь оставаться. Проеду чуть вперед. Налево. А я проеду чуть налево, оттуда буду отстреливать их. Потому что отсюда не вариант. Палевное место слишком. Ну а у тебя только один ход налево, больше тебе никуда, прямо тебе нельзя ехать. А разукрашен-то как, господи, все новогодние елки собрал. Чтоб получить такой костюмчик. Надеюсь, меня не видно пока еще. Итак. Смотрим. Вот здесь вот. Блин, я не достаю. Так. Я не достаю. Какой кошмар. Так, ладно. Меняем позицию. Так, здесь-то поди слишком палевно будет. Вот так вот. Вот так вот, вот как раз достаю. Правда, их уже не видно, но я достаю. Где вы? Давай-ка вот так вот, вот-вот-вот. Вот здесь вот. Ну, за камушком мне его не подбить, ладно. Здесь между домов только для танков. Блин, здесь вниз мне не уйти никак. Ну давай попробуем. Блин, мимо. Ладно, перезарядись. Попали. Так ты не расстраивайся. Вот здесь вот светанули бы. Я бы его подбил бы. Эй, даже гусеницы не сбил. Вот, вот здесь вот где-то, вот здесь, падла. 4, 3, 2. Давай, ты где-то здесь отстреливался. Убег. Ладно, свидимся с тобой. Теперь с тобой разберемся.
Есть и тут нету? Нету. Вот так вот. Только не двигайся. Попал. Есть. Надеюсь, и гусли хотя бы сбил ему. Какая-то надежда есть на это? Ну, давайте-ка еще разок. Не успел. Я хотел ему в будку сунуть. Ух ты, арта отстреливает. Только ее искать здесь. Устанешь. Где вот она на самом деле? Хоть бы намек какой-то был. Так, а я так понимаю, что тут кто-то у нас уже под носом хозяйничает. А мы и не в курсе. Потому что я вижу, прикрытия уже с этой стороны нет. Поэтому стоим, ждем. Кто тут появится? Да. Вот. Попал. Помогай, сзади мелкий черножопый атакует. Надеюсь, клич услышали. Сзади посмотри, прессовать буду сейчас. Бой был проигран. Выходим в ангар. Да. На сегодня это мой последний бой. Ты меня слышишь? Так сойдет. Так ты увидишь. Вот поэтому я говорю, микрофон. Связь нужна. Вот нападает он на меня справа. А ты где? Не знаю. А слева? Поможешь? А он не слышит. Ну что ж, вот ты за человек-то такой. Поэтому... микро... надо. Вот так вот, человече. А ты меня не слышишь. Ну хотя по динамикам-то ты меня должен слышать. Должен. Кто нас там встретит за углом? Ой. А чё у вас так много-то? Блин, ни хрена, еще один такой выстрел, и все, и мне кранты. Давай-ка, ну-ка, отъедем. Где там смелый еще? Блин. Я не попал. Давайте француза долбите. Так, а я не понял, а где все? На горе, конечно, а где мы будем? На горе. Куча козлов горных. Что вам там на горе делать-то? Я понимаю, ПТ еще стоят. Арты стоят. Ну а вы-то толпой. Хрена ли тут забыли-то? Особенно он тот мелкотравчатый. Что он там забыл? Давай. Ладно, на этом заканчиваем. Подписывайся на мой канал, ставим лайки. Пока!